под звуки военного оркестра в Центре образования имени кавалера Ордена Мужества майора органов безопасности Александра Отращенко начался праздник принятия присяги учениками первого в регионе кадетского класса ФСБ. Класс под кураторством органов безопасности открылся в Твери в начале нового учебного года. В строю кадетов 28 восьмиклассников. Классный руководитель нового школьного подразделения – подполковник внутренней службы в запасе Ярослав Живлатов. На торжественную церемонию приглашены руководство и совет ветеранов органов безопасности региона, родители и сослуживцы геройски погибшего при исполнении воинского долга Александра Отращенко, родители учеников. На мой взгляд, в настоящий момент Россия нуждается в настоящих патриотах. Посвящение учащихся 8 класса образовательного центра для нас это знаковое событие для управления ФСБ Тверской области. Мы сейчас соберем для чего? А для того, чтобы кадеты, находясь в форме, нося форму, они принимают присягу кадетскую, в которой клянутся в верности Отечеству, в чести, в мужестве и отваге. Это будут настоящие патриоты, на которых Родина может положиться в самые сложные периоды своей истории. Именно в кадетских корпусах и в кадетских классах старшие поколения, чекисты нашего управления, могут им передать и память о наших ветеранах, о наших предках, которые отдали свою жизнь на полях сражения во все времена нашей истории. В этот день в адрес кадетов звучало много напутственных слов. Если до 1 сентября 2021 года на Горде 4 школы имели кадетские классы, то сегодня 5-я школа пополнила ряды этими прославленными замечательными ребятами. Должен сказать, что кадетские классы в Горде – это всегда образец, это всегда пример. Это пример дисциплины, пример отношения к учебе, отношения к друзьям, отношения к долгу, к патриотизму. Поэтому мы всегда с большим волнением и надеждой воспринимаем появление таких классов. Надеемся, что школа Отращенко станет лидером кадетского движения не только города и области, но и нашей страны. Для 28 мальчишек и девчонок, чьи погоны с 15 октября освящены клятвой верности и долгу, этот день был очень волнительным. Впереди у них насыщенная программа, где спортивная подготовка будет сочетаться с углубленным изучением специальных предметов. А еще будет возможность заниматься музыкой и танцами. Главная задача – вырастить из этих школьников всесторонне развитых людей, настоящих патриотов своей Родины. Спустя 2-4 года родители не узнают своих детей, которые пройдут курсы обучения в кадетском классе. Они будут мужественными, они будут благородными и честными. Они принесут пользу не только своим родителям, родственникам, но и обществу, и нашей Тверской земле.